Так, друзья, всем привет! Рад вас видеть на канале. В этом видеоролике мы начинаем строить хороший, скажем, летнесезонный домик размером 4х6. В первую очередь хочу сказать тем, кто хочется узнать контент наперед, какие-то больше кадров, моментов, нюансов, то, конечно, в первую очередь я показываю это все в телеграм-канале, потому что сегодня мы с вами будем собирать силовой каркас, но, возможно, в телеграм-канале он уже зашит, уже полностью отделан контур и так далее. Поэтому в первую очередь, кому интересно, есть в описании ссылка на мой телеграм-канал. Обязательно переходите, там больше информации, быстрее она выходит прямо вот здесь и сейчас. Также хочу сказать, отметить второй момент. Домик довольно хороший, симпатичный, мы даже заказывали целый проект. Также в описании я оставлю просто два варианта. Есть готовый 4х6 с пустой планировкой, а есть 4х8, тот, возможно, который многим зайдет, понравится, потому что это уже полноценная однокомнатная квартира с хорошим утеплением, отделкой материалов, в которой можно жить и круглый год. Далее, был момент по заказу доски. У нас по проекту идет доска из естественной влажности. Я объездил где-то 5, наверное, 6 баз с влагомером, поискав, то есть как выжать из минимума максимум, да. Покатавшись по всем пилорамам, я посмотрел то, как хранить доску. Я нашел одну базу стройматериалов, где доска под навесом, вся доска на прокладочках. Да, влажность есть 20, 19 даже находил, 22, ну, до 25, потому что с пилорамы доска выходит под полтинник, то есть там дюймовку надо вообще вдвоем нести. Тут досочка у нас очень хороша, да, немножко подороже, чем там сразу свежий пил с пилорамы, но, в принципе, из нее уже можно хорошо строить, она чуть постоит и сильно усушку давать не будет, имейте это в виду. Доску мы завезли на манипуляторе, разгрузили, накрыли тентами, и сегодня сейчас будем приступать к формированию обвязки. Посмотрим, сколько успеем сделать. То есть у нас по плану обвязка из доски 50 на 150, лаги пола из доски 50 на 150, стены из доски у нас 50 на 100, стропилка 50 на 150. Тут будут панорамные окна. Наша работа заключается полностью готовый домик снаружи с черновым полом, поэтому вам желаю приятного просмотра, друзья. Давайте по порядку начинать.
Так, друзья, давайте я вам расскажу. Мы подготовили первый этап. Это полностью готовая обвязка. И уже переходим к черновому полу. Если кратенько, запилили доску в пакет досок. У нас тут доска 50 на 150. Все запилено елочкой, уголочки. Мы натягивали шнурочку, вытянули, чтобы у нас ровный прямоугольник был. Доска прокручена для стяжки саморезами 6 на 90 и также пробита гвоздями 90-ми ершонами. То есть буквально каждые полметра по 3 гвоздя, везде в каждый узел по 3 крепления. То есть везде все пробито. Далее подложили гидроизоляцию, выставили диагонали, прикрутили углы на болты 8 на 90 через шайбу. Крутим болты во все отверстия, куда только можно, где только подходит. Ну, куда можно попасть в древесину. Где-то по 3, где-то по 2. Соответственно, все выровняли, выставили. Все по красоте. Сейчас уже готовим закладные бруски. Я их вот так подкручиваю, чтобы потом сделать настил из доски. Дальше будет сеточка, дальше будет ветрозащитная мембрана. Чтобы у нас потом по земле под низом не лазить, это все не натягивать, а только заползти на 5 минут и прострелять гвоздями. Все стянуто, все ровненько, все красиво, все аккуратно. Работаем в таком стиле. Продолжаем. Thank you.
Так, друзья, у нас уже темнеет потихонечку. Давайте вам хотя бы покажу, пока светло, что и как, почему. Мы заканчиваем полностью стенки. Сейчас формируем все оставшиеся проемы. У нас есть входная дверь, есть большое панорамное стекло, окно. И там еще сбоку тоже два панорамных, которые еще не сформированы. Но они только вот начаты буквально. Вот двойная стойка, перекладина, потом хедер, потом стойки еще добавятся. То есть каждый оконный проем будет выглядеть вот в таком виде. То есть у нас двойной каркас, двойная стойка, перекладина, хедер и еще три проставки. То есть, в принципе, в таком ключе. Уже запилили стропильную систему, пока ее не обрезали. 6-метровые доски, которые в седлах сидят. А выносы будут в круг по 50 миллиметров, поэтому тут будут они полностью подпиливаться. В остальном классический каркас, то есть буквально стойки, лежни, укосины. Вот сюда еще добавится укосина. С той стороны у нас укосину не получается впилить, но я думаю, мы угол усилим. У нас есть угол метровый пустой. В принципе, вот сюда, я думаю, буквой К пилим укосину, которая уйдет туда вверх под окно. В принципе, подходит. А остальное останется как есть. Тут два таких больших панорамных окна. Сзади глухая стена. В углу есть окошко 50 на 50. Там будет будущий санузел. Также две укосины, две вышки. И пока в таком ключе. Стягиваем все саморезами 6 на 90. И потом пробиваем все пневмоинструментом. Гвозди 90 и ершоные. Завезли две туры, чтобы удобнее было работать. И в таком ключе двигаемся. Тут будет выносная стропилина, которая будет на кобылках висеть. Тоже запилим, сделаем. Но, в принципе, как каркас будет готов, все покажу. Все стоит максимально ровно. Хоть доска и играет в погрешности, но, в принципе, стараемся делать максимально аккуратно. И вот тут у нас спереди есть две укосины. Влезли, смогли впилить. Так что вот так работаем.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Давай.
вроде было хорошо, а сейчас что-то раз. Так, друзья, давайте я вам немножко расскажу. У нас готовый домик получается полностью снаружи. То есть, если кратенько пробежаться по фасаду, то мы сделали перекрестное утепление 5 сантиметров, ну, 50 миллиметров. Дальше сделали ветрозащитную диффузионную мембрану. Дальше у нас вентзазор. У нас сделаны выпуски чуть ниже, чтобы в дальнейшем можно было цоколь привязать. И сделана 16-я толщина, 140-я ширина, имитация бруса сорт АБ. А пробиты все на финишные гвозди 16-е гашные, и еще каждый метр буквально прокрутили на саморезы, чтобы имитация стояла на своем месте, ее меньше крутило и не выперло. Также у нас получается подшиты свесы из имитации бруса, сделаны торцевые капельные планки везде, спереди и сзади, и на крыше у нас гибкая черепица. А домик построен из доски, обвязка лаги и стропила 50 на 150. А стенки у нас 40 на 100. Доска естественной влажности, но максимально сухая, то есть там буквально 20% наверное, влажности. Также сегодня копнули небольшую траншейку, завели две гильзы 32-х под будущее электричество. И эти гильзы заходят под домик. А сегодня еще успели пропылесосить полностью, навести марафет внутри. Вот такая у нас импровизированная строительная лестница из остатков. Полностью все пропылесосили, но утеплять уже не будем, потому что темнеет, во-первых. Плюс пусть еще подсохнет, чтобы было все хорошо. А так можно делать черновой пол, укладывать утеплитель, пленка, обрешетка и ОСБ. И ждем, соответственно, окна двери. Как придут, поставим окна двери. Будет все отлично. Что-то, блядь, застряло. Так что вот такой у нас получается домик размером 4 на 6. Пишите свои комменты, пишите вопросы, подписывайтесь в телеграм-канал. Там более обширно все показано. Все полезные ссылки есть в описании, друзья. Ну а мы потихоньку будем дальше двигаться. Будем ждать окошки. Как окошки поставим, я вам еще раз покажу все это в телеграме, поэтому не пропустите. Так что вот такая красота.